Между тем, всего четверть урожая успели собрать. Аграрии Кустанайской области им тоже мешают затяжные дожди. Фермеры опасаются, что чрезмерная влажность плохо отразится на качестве пшеницы. Всего в регионе должны убрать 5 миллионов тонн зерна. Подробнее о ходе кампании в материале наших корреспондентов. Кустанайская область – одна из главных поставщиков зерна в Казахстане. В этом году в одноименном районе засеяли 360 тысяч гектаров пахотных земель. На сегодняшний день успели убрать только 41 тысячу гектаров. Урожайность выше прошлогодней. Но уже ясно, что не стоит надеяться на высококачественную пшеницу, говорит представитель Кустанайского областного управления сельского хозяйства Кинчиш Мандыков. Несколько дней назад у нас... Когда стояли погожие дни, у нас влажность зерна была в пределах базисных норм, там 14-15%. Но сейчас вот с этими осадками влажность зерна у нас, конечно, повысилась и идет до 18%. В августе на большей части региона прошли обильные осадки. Это не лучшим образом отразилось на состоянии зерновых, а также на сроках уборочной. Из-за высокой влажности посевы подверглись болезням, септориозу и бурой ржавчине. Фермерам пришлось обрабатывать в 3 раза больше полей по сравнению с прошлым годом. Но ситуацию это не спасло. По словам земледельца Сагындыка Есментаева, они прогнозировали урожайность в пределах 20 центнеров с гектара. Теперь будут рады и 15. Визуально поля выглядят богатыми на урожай, но уже понятно, что посевы больны. Это отразится на урожайности. Но проблема даже не в этом. В такое время мы обычно успевали собрать больше половины урожая. А на сегодня уборка прошла всего на 10-15% сельхозугодий. По последним данным, аграрии успели убрать не больше четверти урожая. В среднем жатва проходит на 200 тысячах гектарах в день. На оставшиеся 4 миллиона гектаров необходимо не меньше 3 недель. И это если погода будет благоприятной. Иначе уборка урожая может затянуться. Земледельцы надеются на то, что прогноз Казгидромета, который обещает солнечную погоду, будет верным. Всего же в регионе должны собрать 5 миллионов тонн зерновых. Алишер Ашимов, Магалуя Калеев, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область. 24 КЗ.